Кортес, это Моррис. Вы с Кейном уже в терминале? Да, мы только что прибыли. Окей, пусть Кейн выходит и поднимается наверх. А ты поезжай к сетевому терминалу. Когда Кейн закончит здесь, за ним пришлют другую вагонетку. Но я рассчитывал помочь Кейну. Алекс, ты должен ехать. Скоро туда прибудет Слэдж. Они с Кейном прекрасно справятся. Вас понял, конец связи. Кейн, я должен ехать. Удачи, дружище. Отключили питание на терминале обработки. Похоже, они пытаются задержать нас. Найди генератор и включи питание. Слэш скоро прибудет. Удачи, конец связи.
Ты, наверное, уже слышал? При штурме погибло очень много людей. Но теперь все зависит от нас. Нужно подняться на крышу и отключить пост охраны. Вперед! Раут только что прибыл к сетевому терминалу. Он объяснит, что делать дальше. Удачи! У вас все получится! Конец связи. Приветствую, это Штраус. Я подключаюсь к сети Строгов. Скоро мы узнаем все необходимое о вашем терминале. Кейн, нам нужно найти лифт и подняться на крышу. Скорее, Кейн, нужно подняться на крышу. Оборудование в этом отсеке передает информацию из сетевого терминала в терминал хранения. Эти устройства крайне важны для Строгов. Скорее всего, они надежно охраняются. Похоже, лифт на самом верху. Ненавижу дожидаться лифтов. Это было неплохо. Противник на этаже 60. Штраус, что это за устройство под потолком? Это лазеры, которые передают информацию. Но, кажется, их настройки сбились. Кейн, ты должен найти пульт управления и перенаправить их лучи. Система отражателей задает направление лазерного луча. Если развернуть отражатели в нужную сторону, луч приведет вас на крышу терминала. Высадится на крыше вашего терминала. Слышал, Кейн. Скоро сюда прибудет подкрепление.
Штаб! Это отряд Пума, нам нужна помощь! Доложите обстановку! Мы почти на месте, но нас засекли истребители Строгов. На помощь! Теряем высоту! Я теряю высоту! Ее гораздо больше! Нужна поддержка воздуха! Черт! Слишком рано! Не сбивайтесь в кучу, рассыпаться! Черт! Истребитель на 6 часов! Компьютер не работает! Двигатель повреждён, я падаю! Что ж, неплохо! Черт, мы влипли по уши! Отсюда я не могу ничего сделать! Кейн, ты должен найти решение! Великолепно, Кейн! Вперед! Что-то мне подсказывает, что эта система тоже не в порядке. Устранена.
Ready! Это все, что осталось от отряда Пума. Thank you.
Следж, оставайся там и защищай пульт от строгов. Вас понял, Штраус. Будет сделано. Кейн, спускайся к вагонетке и поезжай к сетевому терминалу. Там встретимся. Конец связи. Удачи, Кейн. Хотя, если ты с оружием, удача тебе не очень-то и нужна. До встречи. Штраус, капрал Кейн прибыл на место. Кейн, слушай внимательно. Времени очень мало. Отключи последний пост охраны, и я смогу телепортировать тебя к реактору. Там ты уничтожишь Нексус. Сейчас твоя задача — выбраться на крышу терминала. Вперед! Я буду держать с тобой связь. Кажется, у вашего Штрауса с нервишками проблемы. Он только что выгнал капитана Дрейка, потому что ему нужна была абсолютная тишина. Капитан просто взбесился. Вот так. Вот так и лучше.
помощь, скорее! Мы вскрывали дверь, но заряд подорвался раньше времени! Лейтенант Леонард ранен! Сделайте что-нибудь! Поздно, он мертв. Внимание, строгие! К бою! Извини, я занят. Капрал, я занят. Противник всех 358D. Активация защитных систем. Защитные системы отключены. Всем подразделениям подняться на этаж 58. Это Сокол 6. Приближаюсь к сетевому терминалу. Строги ведут зенитный огонь. Нас попали! Энергетические щиты отключились. Я пытаюсь удержать... Клейтон! Орел 10, я еду в терминал. Черт, у них тут полно зенитных орудий. Меня подбили! Мы не можем взять так тихо, пока зенитные орудия не уничтожены. Схожу на цель. Вас понял. Следуй за вами. Я почти не вижу цель через... Орел 12 вниз. Thank you.
появляется вражеская авиация. Энергетические щиты 32%. Кейн, зайди в телепорт. Он перенесет тебя на верхний этаж. Оттуда ты сможешь попасть к посту охраны. Отправлю
Телепорт к реактору вызван. Система безопасности наконец отключена. Мы еще разберемся, почему у вас ушло на это столько времени. Скорее к телепорту. Я украду.
Thank you.
осколков.
почти на месте. Будь предельно осторожен. Нексус очень надежно охраняется. Thank you.
Макрон мертв. Нексус уничтожен. Молодец, Кейн. Кейн наилучшим образом исполнил мой план. Штраус не скромничает. Да, Кейн в одиночку перебил половину вражеской армии. Лейтенант Восс гордился бы тобой. Ты совершил подвиг. А я неплохо заработал на этой операции. Кейн-то все еще жив. Роудс не проспорил. Что случилось? Ладно, ладно. Кейн только что вернулся. Может, в следующий раз удвоим ставки? Есть, сэр. Будет исполнено. Не против, Кейн. Кейн, для тебя есть новое задание.